15 февраля в Казанском федеральном университете состоялась презентация дорожной карты Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Директор Высшей школы Леонид Толчинский представил стратегию развития отделения Института социально-философских наук и массовых коммуникаций ректору КФУ Ильшату Гафурову, проректорам университета и преподавательскому составу Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Основными направлениями развития являются изменение образовательного процесса, расширение научно-прикладных исследований, развитие Института дополнительного образования и профориентации, расширение практико-ориентированной деятельности и взаимодействия с работодателями, а также содействие в работе Казанского федерального университета в продвижении его узнаваемости и цитируемости. Первая из задач – провести структурные преобразования. Для сохранения образования на национальном языке планируется объединить кафедры журналистики и татарской журналистики и преобразовать их в кафедру национальных и глобальных медиа. Тем самым мы усиливаем и нашу кафедру национальной журналистики, даем возможность обучающимся получать в программе дополнительные языки с ориентацией, конечно, на восточные страны. Это достаточно открытый такой сегодня рынок образовательных услуг, не сильно занят, но хорошо востребован. Также одной из целей является и объединение кафедр теории и практики электронных средств массовой информации и телевещания и производства. Они будут модернизированы в кафедру телепроизводства и цифровых коммуникаций. Новая кафедра получит больший простор для обучения искусству телевидения, так как сегодня это не только журналистика. Высшей школой журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета на 2018-2019 года планируется ряд программ бакалавриата и магистратуры. Они будут реализованы по направлениям журналистика, телевидение, татарская журналистика и медиакоммуникации. После презентации ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров заявил, что выпускники КФУ должны ориентироваться на самые высокие задачи. Есть две стадии. Одно дело, когда мы сами формируем рынок, да, сами как университет, и мы прогнозируем, говорим, какие специальности, давайте вот мы в этом направлении начнем работать, подготовим специалистов, и наши выпускники начнут формировать этот рынок новый. Это один подход. Другой, когда мы ориентируемся на предприятие, в целом бизнес, тогда предприятия должны быть топовыми, конкурентоспособными в мире, тогда под них можно подтягиваться. Теперь в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета необходимо реализовать поставленные задачи. Артем Тупичкин, Ленардо Влетяров, Универньюз.